Сейчас, да? Да, да. Броня, броня. Не прячься. Он дежурный, говорил. Давай попробуем. Владимир Владимирович. Здравствуйте, Владимир Владимирович. С учетом того, что у нас в стране происходит, как меры безопасности выполняются. И у нас все руководители, всех ведомств. Пойдемте, пройдемся. Да. Одевайтесь, пойдемте. Пойдемте. Значит, здесь существует система контроля правопорядка. Три поста охраны. Что происходит там? Значит, один пост у нас находится здесь, на входе. Один пост на выходе из третьего зала ожидания, и один сотрудник ЧОП курирует, курсирует по залам ожидания. Хорошо, но ЧОП, это охранное предприятие, да, должно выполнять свои обязанности вместе с милицией. А милиция появляется вообще? Безусловно. Ну, давайте посмотрим, где она есть. Теперь второй вопрос. Что у нас со средствами контроля безопасности? Рамки и так далее. Они есть на вокзале? Рамки, рамок, металлодетектор, на вокзале. А почему? Мы писали письма, вот, надо разобраться, руководство акционерного РЖД, почему ничего такого рода устройств не установлено. И хотел бы, чтобы на это обратило внимание Федеральная служба безопасности. Потому что это точно такой же объект, как и аэропорт, как и метро. В метро спускаешься, там все-таки рамки есть, а у вас нет. У вас что, лучше с этим? Я думаю, не лучше нисколько. То же самое угроза. Слушай, Антон, хотелось бы сразу еще сказать по поводу того, что мы взяли функционирующую систему видеонаблюдения. Это 54 видеокамеры, 4 автоматизированных рабочих места. При необходимости привлекаем тяжелые. Ну вот смотрите, идем. Я еще не видел ни одного сотрудника милиции. Ни одного сотрудника милиции. ЧОП на присутствует. ЧОП нас встретил, да, правильно. Они были. Милиции просто нет. ЧОП, я вижу. Значит, придет конспектирация. Я ни одного сотрудника милиции, к сожалению, не видел на вокзале. Я понимаю, что камеры стоят там и все остальное. Где они у нас несут? Дежурство. Дежурство у нас несут в залах вокзала. Вот мы по залу прошли вместе с министром. Я пока там ни одного сотрудника не видел. Там ЧОП есть, да. Значит, а людей в форме я не видел. Где они есть? Проверьте. 707. 707 на базу. 20-й, 17-й. 20-й где находишься? 17-й. Находишься где? Понял. Где? На входе. На входе. Сколько всего у нас сотрудников здесь? На, значит, на данный момент у нас 4 человека здесь. 4 человека. Так точно. Так, ну пойдем на перрон посмотрим, что там происходит. Значит, еще вот что я хотел уточнить. Насчет рамок. Вы этот вопрос ставили перед руководством? Так точно. Нашего акционерного общества. Письма были, телеграммы. Письма были, нифига не сделали. Ничего не произошло. А когда ставили этот вопрос? Этот вопрос, согласно телефонограмме, ставился 10 дней ровно назад. 10 дней. Потому что я принимал данные телефонограммы. И там интровизоры были указаны, сколько каких интровизоров, где какие должны быть рамки. Все это указано, все в письмах, все в телеграммах указано. Ну ладно, разберемся тогда с железнодорожниками тоже. Пойдем поглядим, что делается. Интервалы оповещения. Раньше было раз в 40 минут, сейчас раз в 20 минут. Значит, транслируются звуковые объявления о проявлении деятельности пассажиров и порядке действий при выявлении подозрительных предметов или схожих сумм. В одном месте есть контроль? Правда, такой. В другом месте нет. Собирайте всех в московский узел, добивайтесь из железных дорог, чтобы они выделяли все необходимые средства, ставили рамки. По всем вокзалам. Это такой же критический объект транспортной инфраструктуры, как и все остальные. И люди точно так же здесь сидят. А вы скажите, что я давно занимаюсь, передал слезы начальникам, чтобы завтра все было поставлено. Дмитрий Анатольевич, слушай, я только что с Киевского вокзала приехал. Да у меня все уже на ушах стоит. Да, понятно. Но вы так можете не особенно радоваться. Я нас еще журналисты слушают. Значит, ситуация там выглядит
мягко говоря, абсолютно непригодна по нескольким причинам. Ну, во-первых, нет ни одной рамки, ни одного металлоискателя. Значит, несмотря на все те решения, которые принимаются, к сожалению, ничего не сделано. Значит, я спрашивал и начальника вокзала, и начальника местной милиции. Говорит, отправляли обращение наверх, значит, чтобы было поставлено все необходимое оборудование. Пока ничего не сделано. Второе, на это я уже буду разбираться с нашими руководителями МВД и с другими коллегами. Значит, численность сотрудников МВД на вокзале ниже низшего, что называется. Входы не охраняются, патрулирование не осуществляется нормально. Поэтому оценка за обеспечение безопасности на вокзале неудовлетворительная. Поручаю вам на всех вокзалах города Москвы навести порядок и трехдневный срок положить. Сейчас не надо. Сделайте все, и потом доложите. Мы с вами только что посетили один из московских вокзалов. На мой взгляд, ситуация там, к сожалению, типичная. Она не хуже и не лучше, чем в других местах. Значит, но из этого необходимо сделать несколько выводов. Вывод номер один. За железнодорожными вокзалами необходимо следить так же, как и за аэропортами. Я исходил из того, что после трагического происшествия, теракта, который случился в Домодедово, руководители других транспортных подразделений, компаний сделают надлежащие выводы. Пока они не сделали. Поэтому только что дал нашему руководителю акционерного общества «Российские железные дороги» указание навести в трехдневный срок порядок с элементарными средствами безопасности. Подчеркиваю, речь идет не о чем-то сверхъестественном. Речь идет о рамках, металлоискателях, о патрулировании и о лучшем контроле. Да, там камеры есть, но, тем не менее, по сути, безопасность не обеспечивается на том уровне, на котором она должна быть в настоящий момент в нашей стране обеспечена. В том, что касается МВД, Рашид Гумарович, вы видели. Значит, один вход на вокзал был закрыт присутствием сотрудника МВД, на втором входе никого не было. В линейном подразделении милиции на транспорте 4 человека. Значит, мы с вами сейчас проводим реорганизацию МВД, но это не значит, что мы должны ослаблять транспортные подразделения. Это наиболее уязвимые, критически важные места. Поэтому проведите перегруппировку и сделайте таким образом, чтобы те, кто работает на транспорте, присутствовали в достаточном количестве на всех вокзалах, на крупных транспортных узлах, в тех местах, которые наиболее уязвимы с точки зрения угрозы террористического акта. Если потребуется, передвиньте из других подразделений. Это не должно сказаться на общем решении, которое я принимал по численному составу МВД. Но, тем не менее, кое-где нам необходимо проводить усиление. И как раз транспортные объекты относятся к числу таких мест. Значит, собаки те же самые, патрулирование. Где они там? Никого нет. Кто хочет, заходит из самых разных мест. С этим тоже нужно разобраться. Мы с вами говорили после посещения московского метрополитена. Нужно организовать более такую современную кинологическую службу. Потому что, несмотря на то, что существуют детекторы, существуют другие средства обнаружения взрывчатых веществ, тем не менее собак еще никто не заменил в этом плане. Есть еще и фактор присутствия. Всем уже очевидно абсолютно. Значит, это в том, что касается необходимости усиления присутствия со стороны МВД. Общую координацию работы по купированию опасности мы возлагаем на ФСБ. Я хотел бы, чтобы, Александр Васильевич, вы проанализировали ситуацию на крупных транспортных подразделениях с тем, чтобы, может быть, в методическом плане вся необходимая поддержка также была оказана. Там есть и ваши представители, они должны не прогуливаться или чай там пить, а работать как следует.
Значит, нужно уточнить, кстати, чем они еще занимались в тот период, когда мы с вами там были. Кто это и за что он отвечает? Поговорим об этом на отдельном совещании. Значит, теперь в том, что касается роли Генеральной прокуратуры. Юрий Ильич, нужно проверить соблюдение транспортного законодательства на железнодорожных узлах. Потому что у нас, к сожалению, наши коллеги воспринимают все буквально. Если теракт произошел на авиационном транспорте, начинают все бегать в аэропортах, а в других местах ничего не происходит. Это, к сожалению, следствие непорядка в головах и безответственности. Безответственности и безалаберности. Поэтому нужно провести соответствующую проверку и по итогам этой проверки высказать свои рекомендации. Ну и в случае необходимости посмотреть на ответственность лиц, причастных к такому режиму безопасности, который в настоящий момент имеется. Вынести официальные предостережения, если это потребуется. Значит, в целом хотел бы сказать, что, к сожалению, даже самые трагические происшествия нас зачастую ничему не учат. Поэтому, если руководители соответствующих подразделений, компаний, государственных структур не способны воспринимать информацию адекватно, не способны принимать нужные решения, придется принимать кадровые решения. Часть решений по транспортному комплексу уже последовала. Значит, я намерен довести эту работу до конца. С тем, чтобы любой руководитель транспортной структуры, а также органа, который отвечает за обеспечение безопасности на транспорте, понимал, это его компетенция, это его ответственность. Он не может ни на кого ничего перекладывать. Это касается и органов транспортного управления, и, соответственно, правоохранительных структур, и структур, обеспечивающих безопасность. Все должны отвечать за единый результат. Эту работу мы с вами продолжим. Спасибо.